Добрый день всем. Я тут по просьбе Коли выложил один ролик, где показываются клеевые грибки такого плана. Фирма Black Plug. Вот они, да? Плоские. Не имеют такое углубление в центре чуть-чуть. Угу. Может, и видно. Ну и похожие такие. Другой фирмы, Ансон, по-моему, Ансон ПДР, тоже плоский, видите? Вот. Грибок, да? Только овальный. Ладно, предыдущее видео, там, где я показал грибки, как на английском было, да? Но сейчас на русском просто так, что там ничего непонятного нет. Вот, смотрим. Грибок Black Plug, вот этот. Смотрим. Видите, не проступает рельеф, потому что он плоский. Ну и как бы это все объясняет. Вот Lakatools или Nussel, как кто называет их. Видите, не фокусируется так хорошо камера. Как бы вот, видно, да? Окей, тоже Ансон наверху. Вот грибок. Там вообще он сам прозрачный. Клей равномерно распределяется. Вот также кековские. Видите? Рельеф проскакивает. Значит, он не работает этими поверхностями, которые продавливаются. Ну, я так считаю, лично мое мнение. Вот маленького диаметра, по-моему, девятка. Тоже Black Plug. Это у нас... Как же их? Атлас. Атлас, по-моему, да. Тоже, видите, рельеф от шины просвечивает. Тоже не очень, я думаю, хорошо работает. Я им не пользуюсь. Это тоже Lakatools, нюслевский, как бы, ромб. Этот не ромб, не знаю, делитель. Видите, тоже протектор видно. Ну, может, это и работает, если углубление есть такое. Именно подобрать под углубление, чтобы была прослойка равномерная. И вот тоже от фирмы Black Plug. Видите, равномерно он будет площадь поднимать. Ну, есть и кризовые такие. Вот, скажем, вот такого плана. Где он? Вот. Тоже работает. Вот, что еще? Ну и последний я вот тут приклеил. Видно, кековский тоже. Вроде работает, но я их по кризам использую. Они такого плана. Вот примерно. Ну, поняли. Так. Ну, вот с другой стороны вид, как это все выглядит. Клей использовал тот же, что они показывают. Зелененький такой. Вот он. Все. Корявое видео. Я не умею так говорить. Но всем, я думаю, более-менее понятно. До свидания.